Весенняя охота для почти 17 тысяч охотников Ивановской области начнется 26 апреля. Об этом журналистам рассказал руководитель службы по охране объектов животного мира Дмитрий Горелов. В начале апреля состоится заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Там сроки охоты могут сдвинуть на более ранние. Но пока ориентир именно 4 суббота апреля. С марта служба начала выдавать разрешение на охоту в общедоступные угодья. На данный момент документ получили уже более 1000 охотников. Актуальная карта с границами этих угодий по состоянию на январь 2014 года есть на сайте службы. Дело в том, что областное общество охотников и рыболовов продолжает выигрывать суды по проведенным аукционам. За плечами уже 11 решений в пользу общества. Начальник службы считает, что эта практика вполне нормальна. Передел угодий происходит впервые, и ему необходима судебная экспертиза. Судебная власть у нас вовлечена в процесс создание охотхозяйственной отрасли, и те решения, которые они принимают и описывают, судебные решения, поскольку никакого опыта применения 209-го федерального закона, как вы знаете, в области и вообще в стране не было, он был абсолютно новелла. На сегодняшний день этот вопрос является крайне важным, и мы крайне благодарны судебным органам, которые в этом направлении работают.